Привет, друзья! Я советы все принял. Советы все принял, и поэтому на этой картине неоконченный шедевр. Щечки сделаю, как советовали, розовее, цветы поярче, глазики немножко более такие, ну да, мечтательные или задумчивые. Ну и шейку, конечно, как писали, поправлю, чтобы не такая темная была. Я все это сделаю. Но в следующем ролике я хочу вам рассказать про удивительное изобретение, которое называется термопульсатор Лихтенштейна Владимира Абрамовича, который был у нас завкафедрой по нервным болезням в мединституте государственном дагестанском, где я учился. Я расскажу вам про журнал «Электронная промышленность», где я, конечно, всегда указывал Лихтенштейна. И потом ему рассказывал, что я придумал бегущую термоволну, да, тоже в ритме дыхания человека. И он так, ну так он был в таком и восторге одновременно, и в то же время говорит, а я ходил вокруг да около этой идеи, а ты взял и придумал. Это потрясающие вещи, я в следующем ролике расскажу. И скажу, что у нас скоро будет вебинар, да, истощение нервной системы и как восстановить. И соединю это с ключевым дыханием, потому что термопульсатор Лихтенштейна по существу – это прибор, уникальный прибор, который уже и в роддомах был, и везде, ну вот, для обезболивания, для погружения в сон, который заменял электросон приятным теплым воздействием. Я расскажу, где это происходило, в каком месте воздействует приятно в ритме дыхания. И расскажу, что такое, чуть-чуть расскажу, что такое бегущая волна, чтобы не перехватили мое изобретение. Кому не нужно, а кому нужно, я скажу, да, нашим участникам школы. И, кстати говоря, школу мы скоро переименуем в клуб, а вебинары переименуем в собеседование, в беседы. Ну да, так будет. Просто я заранее об этом все рассказываю. Но следующий ролик будет потрясающий. Термопульсатор Лихтенштейна и какая связь это с ключевым дыханием.